Левый градус. Сегодня Дзержинский суд начал рассматривать дело о нелегальных поставках казахстанского алкоголя. На скамье подсудимых оказались сразу 5 человек. Они перевозили из соседней республики спирт тоннами. Почти за год дельцы напоили жителей Оренбуржья без малого на 4 миллиона рублей. Нелегальный алкоголь, само собой, не имел акцизных марок, а с молотка нередко шел под видом российских брендов. Два этих факта и стали поводом для возбуждения уголовного дела. Перевозка в целях сбыта и продажи немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, совершена в особо крупном размере. Незаконное использование чужих товарных знаков, совершенное неоднократно и причинившее правообладателям ущерб на общую сумму 8 081 рубль 14 копеек. Справедливости ради, надо сказать, что нелегальным алкоголем, фигурирующим в деле, никто из его потребляющих не отравился. Продукция прошла все экспертизы и была признана вполне себе сносной. Но авторы преступной схемы шутят. Алкоголя такого качества в целом городе не отыскать. Вот и везли. Правда, не исключено, что совсем скоро всем им станет совсем не до шуток. Такая предприимчивость может аукнуться друзьям крупными штрафами или вообще реальным сроком до 6 лет.